школах Подмосковья стартовала неделя добрых дел. Это инициатива, которую предложили волонтеры и школьники, а глава региона Андрей Воробьев ее поддержал. Городской округ Люберцы тоже стал участником областной акции. Как она проходила в лицее номер 15, покажем в следующем сюжете. Этот процесс очень интересный. Нам надо через одну клеточку. Направо, налево. Свободное от учебы время воспитанники 15-го лицея проводят именно так. На переменах или после уроков плетут маскировочные сети. К ним подключаются родители, волонтеры, педагоги. Такой большой дружной командой создают важнейший атрибут, без которого не обойтись на поле боя. Для меня это много чего значит, потому что это помощь для военных ВСО. И это очень хорошая работа. Тем более я являюсь волонтером еще. Можно за час справиться, вот, к примеру, с одной вот такой сеткой или даже с двумя, если постараться. Дети помладше тем временем пишут письма солдатам. Послание с наилучшими пожеланиями они дополняют рисунками. А в соседнем помещении готовят еще один презент для защитников – имбирные пряники. Сладкие подарки непростые, украшены в цвета российского флага. Мы берем пищевые красители, закручиваем здесь вот и нажимаем. Очень много таких добрых дел с малого возраста прививаем. Детям любовь к родине. Все знают, где находятся наши бойцы. Все знают, какие шаги предпринимаются для нашей победы. И, конечно же, все те дети, у которых папа, брат, дядя, кто-то из родных находится на территории СВО, ждут их домой, ждут с победой. Поэтому вот эти такие теплые детские подарки очень важны для наших бойцов. Добрыми делами в 15-м лицее занимаются не только в рамках областных проектов. Патриотические акции, направленные на поддержку участников СВО, уже давно стали неотъемлемой частью школьной жизни. Были сегодня мастер-классы по плетению сетей, которые в последующем будут переданы для участников СВО. В них принимали участие в этих мастер-классах наши родители, волонтеры, которые действительно занимаются этим с самого начала специальной операции. Очень рады мы, что они привлекают наших детей к этим мастер-классам. В лицее и патриотическая атмосфера, и праздничная. Неделя добрых дел совпала с Масленицей. В программе песни, танцы и, конечно же, блины. Юные повара пекут их прямо здесь, в школьном буфете. А уже после этого праздничное чаепитие за большим столом. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.